Доставляет ее в зону соперника. И сразу два хоккеиста. Витязь отказывается. Нападающего сегодня заявлен на игру и сегодня защитник команды «Динамо» 44-м номером. Хороший такой розыгрыш. Кристиан Красок и Борис Сандри выручает в очередной раз свою команду. Тяжелое было испытание для хозяев команды. Считают взятие ворот, вы знаете. Арбитр показал сейчас, что будет видеоповтор. Такие стрельцы уже поздравляют, между прочим, друг друга с успехом. Давайте посмотрим. Ну, видимо, что шайба пересекла линию ворот. После видеопосмотра определено. Шайба пересекла линию ворот. Гол! Головков на... остаются на льду хоккеисты. Бейлин. Шайба в ворота. В дальний угол направил 55-й номер шайбу. И Харри Сятери ничего не смог сделать в этом эпизоде. Да, клюшку края навески буквально вкладывает. Ожидаем. Смерзов тут буквально пытаются завести шайбу, накрывает ее ловушкой Дэнни Тейлор. Один из самых играющих футболистов. Сирены до окончания первого периода. Третья шайба в воротах Харри Сятери оказывается. Шонатан Чичук записывает на свой счет лучший бомбардир. Начался. Хозяева и как раз ворот касается сейчас. Горизонт с Москвой.
сейчас с Материсом. И какой классный гол забивает. Ай, красавец. Великолепно сыграл Мателисом. Набирает третье очко за игру. Дубль 10-го номера Минского Динамо. 13-й гол. Становится ясно и понятно, как уже 16 секунд до конца встречи. Понятно, что Витязю уже не удастся отыграть. 9-й гол получил уже в нынешнем сезоне. Завершилась встреча со счетом 5-3.